Вот и наступило лето. А это значит, что приближается один из сильнейших дней в году. И этот день летнего солнцестояния. День Купала. В этот день сливается воедино огонь и вода, мужское и женское начало. И происходит оплодотворение всех ваших самых заветных желаний и мечт. Все самые смелые задуманные желания в этот день могут исполниться. Главное не упустить этот уникальный, мощный силовой день, который бывает один раз в году. И провести этот день нужно правильно. Мы же подготовили специально для вас свечи купальские, где все ингредиенты были заговорены особым образом. Такими свечами вы сможете провести ритуал на желание самостоятельно. Также мы изготовили и наборы, где есть все необходимое для проведения ритуала на исполнение желаний. В набор будет входить свеча, мешочек с определенной травой, которая была заговорена особым образом, камни, заряженные на солнце, с наложением определенного заговора. И также будет входить в данный набор скрутка с авторским заговором от Алены Полынь для активации этого набора. Все свечи заряжены на солнце. Ритуалы с данной свечой либо с данным набором вы сможете провести в ночь после 21 июня. Не упустите это волшебное и силовое время, которое вам дает сама Матушка Природа.